на Херсонщине, в Лазурном. Поддерживаем отечественный туризм, розыток региона. Найду работу и буду работать. Как? Как все. У нас на военке там шикарное изобилие. Лилей. Вообще хочу поехать сначала на море, потом работать, еще раз работать и работать, потому что универа нет, поэтому можно подзаработать немного денег. Поехать на море отдохнуть вместе с семьей, на Арабатскую стрелку. Сидим в гостинице, отдохнем, позагораем, покупаемся, насладимся солнышком. У меня очень много планов на лето. Поехать на море, в зоопарк, в парк. Еще не определилась, но уверена, что замечательно.